ТНТ собрал Азамата. Это спецпроект телеканала ТНТ «ТНТ против коронавируса». И, к слову, я мыл руки еще до того, как это стало мейнстримом. А он собрал всех звезд. Харламова, Тимати, студию «Союз», Мигеля, Щербакова, Варнаву, Соболева, «Однажды в России», Кошкину. Не знаете, чем заняться на самоизоляции? Читайте. Да вообще всех звезд в абсолютно новом комедийном шоу «ТНТ против коронавируса». Мы начинаем. В субботу в 18:30. Кружительного шоу «Остался один день». Зовут Давид Беров. Я первый человек, который заболел коронавирусом и выздоровел в России. Пройдя, да, через этот период в жизни, я не могу сказать, что это какое-то вот оставило у меня
страшные воспоминания, да, что я с каким-то страхом об этом вспоминаю. Внимание и незнание, что это и как это будет, оно порождает вот эту вот панику у людей. А паника сейчас не нужна. Самоизоляция, что это единственное на сегодняшний день, что вы можете сделать. И чем быстрее все люди начнут это делать, тем быстрее мы все вместе это поборем и вернемся к нормальной, хорошей жизни. Когда вышел, во-первых, из больницы, состояние было странно, такой был солнечный день, так все хорошо, и я такой думаю, блин, иногда просто, если ты выходишь на улицу, в парк гуляешь, это уже счастье. Мия, рыбак. И рыбак его отнес своей жене. И жена его стала одевать как-то странно, да? Как кого она его стала одевать? Как девочку. Правильно, как девочку. И кролик Эдвард превратился в крольчиху Сюзанну. Чему сначала был страшно недоволен, а потом смирился с этим. И родители, вернее, рыбак и его жена, его вот человек, эдакий коротышка, и полез на мусорную кучу. На самом верху он остановился, засунул руки под мышки, захлопал локтями, словно крыльями, и принялся вопить. «Кто я?» – кричал он. «Я Эрнст, 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 король мира!» «Почему я король мира?» «Потому что я король свалок, а мир состоит...»